Я представляю Ивана Тихонова, компания «Градосервис». Здравствуйте, студенты, здравствуйте, родители. Меня зовут Иван Тихонов, я работаю в компании «Градосервис», это партнер университета. Мы занимаемся геоинформационными системами, и сегодня я вам про них расскажу. Что же такое геоинформационные системы? Ну, на самом деле вы практически все каждый день с этими системами сталкиваетесь. Например, когда вы обращаетесь в службу для того, чтобы, ну, в любую службу, чтобы вызвать такси, там, Яндекс, Убер и так далее. То есть вот на экране вы видите, как раз изображена карта, на которой вы в этих сервисах можете наблюдать движущиеся машинки, размещать заказ, смотреть, сколько это стоит и так далее. Дальше. Часто, когда, ну, это больше, наверное, к вашим родителям относится, когда вы, когда они выезжают на работу, они смотрят дорожную ситуацию, тоже заглядывают на карту, оценивают там, кто-то в баллах, может быть, смотрит, какие сейчас пробки, выбирают, по какой дороге лучше ехать или, может быть, ехать попозже. Есть сервисы, которые позволяют отслеживать движение самолетов. Если вы ждете какого-то родственника, например, который прилетает, вы можете посмотреть, где летит его самолет, подлетает ли он к вашему аэропорту и как долго вам еще его ждать. Погодные сервисы. Очень наглядно можно посмотреть, оценить, как быстро в наш регион придет циклон, насколько сильными будут дожди и так далее. Вот, например, здесь на этой карте по цветам можно оценить, насколько сильны будут осадки, насколько долго будет продолжаться, особенно если смотреть в движении, там то или иное погодное явление. Кто знает, что это такое? Да, пожалуйста. На карте море. Ну, не совсем, да. Это геолокационная игра Ingress компании Google, которая позволяет людям со смартфонами, находясь на местности, вот объединяться в команды. Вот в данном случае две команды – синие и зеленые. То есть вы видите эти звездочки – это как раз местонахождение людей, участников команд. И команда, которая своими звездочками окружила там определенный район по определенным правилам. Вот, например, видите, зеленая большая зона. Она там в игре одерживает там локальную или глобальную победу. Это тоже пример геоинформационной системы. Итак, геоинформационная система – это сбор, хранение, анализ, визуализация каких-либо пространственных данных и, ну, любой связанной с ними информации. Рассмотрим, как это работает. Ну, во-первых, да, как вы поняли из всех предыдущих слайдов, есть некая интерактивная карта. То есть без нее никак. Карта – это основа любой геоинформационной системы. На ней может размещена или быть размещена либо публичная информация, то есть как в сервисе такси или в сервисах движения самолетов, то есть информация, доступная всем, так и какая-то скрытая информация, например, корпоративная, доступная только какой-то одной организации или какому-то ведомству, которое этой картой пользуется. Дальше есть редактор, позволяющий наносить на карту новые объекты, новые слои, каким-то образом ее изменять, для того, чтобы работать таким образом, как удобно компании или пользователям. Дальше. Есть система управления заявками. Ну, это тоже понятно, да, чтобы вы могли нажать на кнопку, ввести адрес 1, адрес 2, вызвать такси, например. Это называется система управления заявками. Ну и основной инструмент взаимодействия вас как пользователей с геоинформационной системой сейчас, да, это мобильное приложение, где куда зашита геолокация, то есть, соответственно, сервис видит, где находитесь вы, если вы позволяете ему видеть. Вы, соответственно, видите ближайшие какие-то объекты, машины, например, самолеты и так далее. И можете по определенным правилам этими объектами оперировать. Вкратце о том, чем занимается наша компания. У нас есть несколько геоинформационных продуктов. Один из них, самый распространенный, самый, наверное, понятный вашей аудитории, называется Geo4Me. Это система, которая позволяет пользователям
координироваться между собой. То есть, например, видеть, где находятся ваши друзья, кто из них там опаздывает на встречу, кто находится там совершенно в другом районе. Родителям оно может позволить контролировать, где находится ребенок. Там, пришел ли он из школы, не свернул ли он куда-то там на своем пути. Или там, например, если вы не можете дозвониться, понять, почему. То есть где, может быть, он сидит там в доме у друзей там, или где-то еще. Это приложение общедоступно, бесплатно. Вы можете в Google Play или в App Store зайти, набрать вот эти слова и загрузить, посмотреть, как оно работает. Кроме того, у нас есть гораздо более сложные, тяжелые продукты, в том числе те, которые мы используем совместно с университетом. Это система, например, контроля выездных сотрудников, система управления автотранспортом и многие другие.